Ну чё, ребят, пойдемте, я вам её покажу. Все Фредди! Офигеть, я хочу глянуть! Пойдем, Фредбер. Пойдем, Фредди, покажешь. Вот она, моя новенькая красавица. Ля! Какая она красивая! А какой цвет красивый! Мне нравится, Фредди. Ну да, ребят, очень дорогая точила. Фредди, а дашь прокатиться? Бонь, что ты сразу прокатиться? Дам, конечно, только сначала чуть попозже. Ребята! Бля, кто там кричит? Ребята! Кто это, голос Спринтрапа? Ребята! Ля, Спринтрап, привет, братик! Ребята, там такое случилось! Что случилось? Что случилось? Что случилось, братик? Чику украли Чику, я видел. Вот это да, она ж за хлебом пошла. Она ж только 5 минут назад за хлебом пошла. Я видел, и украли зомби Гличтрапы. Я видел, куда они ее повезли. Блин, капец, быстрее в машину, ребята. Ага, хорошо. А, хорошо, блин, капец. Давно не было этих зомби Гличтрапов! Да, их было 6 человек. Они затащили его в машину и повезли. Нифига себе! Как здорово! Что, Спринтрапик, ты все видел? Да, я все видел. Они повезли ее в ужасное место. Блин, я знаю это место! Я тоже знаю это место! Это же ужасно! Лаборатория всех злодеев бабки Гренни! Да, это она! Они сюда ее потащили! Ну вот, блин, гады! Ладно, ребята, будьте начеку! Все оружие взяли? Я взял, Фредди! Я тоже взял! Фреддер, ты взял? И я взял! Бонни! Я забыл! Блин, ну не страшно, будешь прикрывать нас! Давайте, шевелитесь, ребята. Так, я что-то вижу. Ля, кто там? Ааа, аниматросы. Блин, это же бриллиантовые кошмары. Бабка Гренни их наняла. А сейчас вы получите. Сейчас они получат. А ну с дороги, дайте пройти. Ааа, вы не пройдете. Блин, ух так. Вот тебе! Получи! Гасите их, ребята! Вот тебе! Получи! Молодец, Фредбер! Ля! Красавчик, раскромсал их! Молодец, Спринтрапик! Бонни, чё ты стал? Я увидел! Они там такие страшные! Давайте быстрее, продвигаемся дальше! Ладно, хорошо! Так... Я что-то слышу. Ребята! Чё там, Фредди? Импостеры! Импостеры-компостеры! Ну чё, давайте, нападем на них. Получи. Блин, гасите их, ребята. Я боюсь импостеров! Да не бойся, Бонни, гаси! Получи. Вот тебе, получи. Вот тебе. Гасите, ребята, молодец, Спринтрап, молодец. Давайте, ребята. А ну лежи, не вставай. Говорю. Импостер-компостер. Молодец, Бонни. Вот это другое дело. Так. Все, вот так вот. Загасили их. Вот так вот. Молодцы, ребята. Ну вы красавчики. Вперед. Давай, быстрее! Погнали! Надо Чику найти! Ух! Фредди, подожди! Чё такое, Бонни? А если там еще много SCP?
Нападем и разорвем их. Да, разорвем. Слышал, что пацаны говорят. Нападем и разорвем. Понял? Хорошая у нас организация ебатроников. Нападем и разорвем. Да, нападем и разорвем. Так. Что вы сюда приперлись? Блин. И хаги-ваги, и реконструированные бони. А ну чешите отседова! Сами чешите! Получи! Гасите их, ребята! Хаги-ваги предатель! Получи! Получи! Вот тебе! Гасите бони! Уничтожу вас! Получил! Получил зубатый! Вот тебе! Вот тебе! Бля, какой живучий! Вот тебе! Получи! Молодец, Бонни! Ну ты красавчик! Ля, хаги-ваги с первого раза загасили! Конечно, Фредди! У нас же кошмары с нами! Молодец, Фредбер, молодец! Рад стараться, ребята! Я за вами соскучился! Фредбер, братик! Мы с тобой тоже соскучились! Ладно, Бонни! Будешь потом рассказывать, как ты скучал! Погнали, вперед, вперед, вперед! Идем, идем, Фредди! Идем, Фредди, идем! Только тихо, ребята, пожалуйста, только тихо! А вы и так тихо! Да! Я Чику душу вытащу, а потом вставлю в моих зомби-аниматроников! Ля, кто там? Это же бабкин голос! Правильно, бабуля! Правильно! Капец! Капец! Старая корга! Это все бабка Грэнни, я так и думал! А я тебе говорил, Фредди, это она! Что будем делать? Что делать, что делать? Сейчас я ее устрою, кузькину мать! Давай устроим ей кузькину мать! Давай устроим! Ну, погнали! А, не буду отрывать! Получи, бабуся! Получи, шоколадка! Вот тебе! А ну, бабуля, заткнись! Молодец, принтрап! Нельзя бить бабушку! Сейчас ты получишь, бабуська! Вот эти зомби! Вот эти зомби! Это они украли той Чику! Капец, бабка офигела! Бабуська-то офигела, а живучая какая! Ой, все на одного, нельзя бить бабушку! Получи, ах ты, старая корга! Вот вам, зомбари! Мозги! Блин, они активировались, ребята! Они активировались! Бабушка Фредди! Активировались зомбаряки! Блин! Мозги! Сожрите их! Сожрите их, мои зомби! Блин! Получи! Вот тебе! Получи! Вот тебе, бабуська! Дело, получи, зомбарь. Ну ладно, сейчас у меня получится. Возьми. Получи, получи. Вот тебе. Получи. Хватит мне тут рычать. Я бабку загасил, и все зомби сразу сдохли. Молодец, Бонни. Бонни, ты красавчик. Спасибо, ребята, спасибо, спасибо. Давайте дальше. Дальше, ребят, продвигаемся, продвигаемся! Хорошо, Фредди! Хорошо, хорошо, хорошо! Давай за мной, за мной, за мной! Так, блин, где же Чика? Не переживай, мы её найдём, не переживай! А не переживаю! Не переживай, братик, не переживай! Так! Фредди, кто-то воет! Блин, хаги-ваги! Дайте я ему наваляю! Сейчас я ему наваляю, Фредбер, ты, конечно, красавчик! Ну, сейчас я ему наваляю, этому хаги-ваги! Мозги! Получил, получил! Я живучий! Куда ты лезешь? Агула-магула! Агула-магула, предатель! Помогите! Помогите! Фредди, мне кажется, это Чика где-то!
голос Чики Фредди. Агула-магула, агула-магула. Предатель агула-магула, сейчас ты получишь. Вот тебе, получи агула-магула, предатели. И все, Хизимисе расскажу, она вам по шее надает. Чика, ты тут, Чикуля? Кто это? Чика, ты где? Чика. Фредди, это ты? Чикуля. Они меня украли. Сейчас, держись, Рыбка, держи. Чика. Фредди, я так рад тебя видеть. Они меня, гадкие зомбаки, украли. Чика, привет. Привет, Чикуся. Ребята, спасибо, что спасли. Все, уходим. Уходим из этой ужасной лаборатории. Загасил этого хаги-ваги. Молодец, Бонни, ну ты сегодня просто молодец. Все, вперед, уходим, уходим. Вроде злодеев нет, ребят, уходим все бандой. Так, блин. Что такое, Фредди? А что, Фредди? Опять придется плыть через этот туннель с кислотой. Капец, у меня постоянно уши плавятся в этом туннеле. А где ты? Где ты, Бонни? Я спрятался. Блин, ну все так было хорошо, а ты в конце. А, ты вот он тут. А здесь это, а тут, а? Все, поплыли, ребята, поплыли. Ладно, Фредди. За мной, поплыли, за мной. Ага, хорошо. Да, Фредди, я плыву. Я тоже плыву. Ребят, быстрее только гребите, чтобы не расплавиться. Здесь много кислоты, бабки Гренни. Иначе мы расплавимся, иначе мы не выдержим. Ой, мои ушечки опять! Мои ушечки плавятся! Блин, да греби быстрее, ушечки! Ушечки, мои ушечки! Ой, мои пальчики! Мой хвостичек! Капец! Греби давай! Блин, волшебник, который не умеет плавать! Все, ребята, выныривайте! Все живы, целы, здоровы! Да! Фух, мои ушки чуть расплавились. Ладно, давайте быстрее. Погребли. Приплыли, ребята, приплыли. Наконец-то. Наконец-то, здорово. А Чика где? Я здесь. Да вон она, тоже, наверное, писать пошла. Ничего не писать, я просто в другую сторону заплыла. Чикуля, все живы, здоровы. Живи, здоровый! Ребят, если вам понравилась эта серия, как аниматроники спасали Той Чика от ужасных, кошмарных зомби-глич-трапов, подпишитесь на мой канал, поставь лайк и напиши крутой комментарий. А с вами Кингмульт, будем видеть, пока!